вкус видели? Вы как выглядите? Что это за серая моль? Вас же никто не заметит на улице, подумают, что мышка какая-то бежит. Нет, нет, так не пойдет, дорогуша. Мы сделаем из тебя звезду, ты будешь идти блистать. Нет, тебе нужен именно такой наряд. Поверь, мой наряд затмит все. И куда бы ты в нем ни пришла, это будет уместно. Да, что мы добавим чуть-чуть перья, сюда добавим стразы, здесь сделаем такие длинные разрезы, открутим. А потом, когда будет нога наступать, да, тут будет видно кружево. Да, хорошенько, хорошенько. Здесь мы сделаем такое высокое горло с жестким таким корсетом. Что? Нормально. Подойдет для деловых совещаний самое, но не важно. Здесь, а здесь мы добавим одну руку, сделаем такую серебристую, а другую руку добавим немного кружева. Сюда добавим чуть-чуть блесток, еще добавим немножко перьев. О, так, цвет волос нужно будет изменить на лицо. Можно наделать вуаль, тогда его не будет видно и будет замечательно. Ну-ка, померяем. Так, отлично, отлично. Делаешь все 50, ты меня понял? Ты у меня похудеешь к лету, похудеешь. Иначе я не я. Ты нанял лучшего фитнес-тренера, я буду тебя дубасить. Но ты у меня похудеешь, будешь жить у меня на воде. Я буду жить с тобой и следить за каждым твоим шагом. Но ты похудеешь, ты меня понял? Давай поднимай гирьку. Нормально, поднимай гирьку. Вот так. Давай. Раз, два. Нормально. Нормально ее поднимай. Ты такая жирная скотина. Ничего, ничего, ничего. Я тебя исправлю. Встанешь у меня на путь истины. Я буду за тобой круглосуточно теперь следить. Следить за каждым твоим дыханием. Взглядом, шагом. Все контролировать, что ты ешь и что ты делаешь. Сидеть ты у меня больше не будешь на стуле ровно. Ты будешь постоянно двигаться. Давай, побежал. 10 кругов. Потом к тренажерам пойдем. Беги, беги, беги.
научишься слушать вибрации аур, научишься чувствовать и предсказывать судьбу, ты сможешь пожелать все, что угодно, и это сбудется. И если ты воспользуешься именно моей картой желаний и моим гайдом, как правильно ее заполнять, а также ты можешь обучиться у меня курсу SMM менеджмента, сторисмейкер и многому-многому всего. Мой курс один, универсален. Тебе не нужно будет проходить тысячи других курсов. Всего лишь пройди один мой курс. Ну же, осталось всего лишь 5 минут, и акция в 90% скидку закончится. Скорее оформляй эти 50 тысяч рублей за мой курс. Ты их окупишь с лихвой за 1 месяц. Через 1 месяц ты станешь миллионером. Да что там, ты станешь миллиардером. Ну же, подпишись, купи мой курс. Если у тебя нету сейчас возможности, то, возможно, ты морально еще не готов познать всю истину этого мира. Но если все-таки ты желаешь, то можешь воспользоваться рассрочкой. Вот там вот в пунктике она присутствует на выгоднейших условиях. Всего-то тебе нужно будет заложить свое жилье, печень, почку и прочее. Но это не идет в сравнении с тем, что ты получишь. Ты научишься быть собой, чувствовать, дышать и своими желаниями изменять мир так, как ты этого захочешь. Ну же, подпишись. И не забудь подписаться также на мой телеграм-канал, на мою группу ВКонтакте, на мой Яндекс.Дзен, на мой Рутуб, на мой Ютуб, на все мои социальные сети. Да, подпишись, подпишись. И курсу оплати. Оплати курсы, подпишись, 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 подпишись. Подпишись, подпишись, подпишись. Иначе завтрашняя луна будет не в тебе, и, боюсь, тебя могут ожидать неудачи. Так что подпишись, 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 подпишись. Здравствуйте, вы пришли оформить заявку на кредитик. Я вам помогу. А что? Что менеджер Алена сегодня выходная, так что сегодня буду помогать вам оформлять кредитик я. Давайте, пожалуйста, присаживайтесь. Ну что, какую ставочку хотите? 50%, 90%? Да ладно, ладно, я вам шучу. Так, вы оставляли, да, у нас анкетку? Сейчас я вас найду. Так, вас зовут... Так, вот, вот вижу. Прекрасно, ваша анкетка. Так, ага, то есть ваш заработок в месяц, у вас есть во владении свое имущество, возможно, машина, квартира, дом, участок. Ага, ага. И вы хотите какую сумму? Так, я вас поняла. Смотрите, у нас сейчас действуют самые выгодные кредитные ставки. Да, всего лишь 65%. Это самый наивный и выгоднейший курс. Да, вы всего лишь переплатите совсем, ну, раз в 100 больше вашей суммы. Это если вы погасите ближайшие пару лет. Если, как вы написали, что вы хотите взять на 10 лет, ну, переплата составит примерно раз в 500. Но какая разница, зато у вас будет сейчас возможность приобрести то, что вы хотите. Так что, я думаю, отличное решение. Также вам нужно будет подписать договор на отдачу своих органов, договор на... Также ваши родные все будут подписаны, и они точно так же будут, если что, должны. Также ваши будущие дети, внуки, правнуки, все они будут
ближайший годик все выплатите, никаких проблем у вас не будет. Так, вы здесь, я подписываюсь, здесь я подписываю. Это выгоднейшие условия, поверьте мне, других таких выгоднейших нет. Это лучший кредитик для вас. Серьезно. Давайте, вот тут, пожалуйста, роспись поставьте, да, да. Ставьте роспись, пожалуйста, подписывайте, подписывайте. Так, молодец, отличненько. Так, ну что же, ежемесячная плата начнется с 25 числа. Пожалуйста, пусть денежки будут на вашем счету. Вот, ну и, собственно, поздравляю вас с приобретением кредитика. Очень рада, что вы поучаствовали в нашей наивыгоднейшей бонусной программе. Не переживайте, не переживайте, я вам потом все выдам. Это все мелочи. Все равно мы с вами на много-много лет вместе. Ой, не наш банк. А, ну, в плане, да, да, конечно, вы досрочно погасите. Кстати, в этом кредите нельзя досрочно погасить. Поздно, поздно, вы уже подписали, уже... Все будет хорошо, не переживайте. Наш банк рад сотрудничеству с вами. Ну почему ты опять прогулял? У тебя двойки по всем предметам. Ты как будешь закрывать четверти, а? Давай мне сюда свой дневник. Так, почему дневник не подписан? Хотя бы внутри заполнен. Есть.
но их нужно выжить. Не ухмыляйся. На, свой дневник. Жду завтра твоих родителей. Если они не придут, то я приду к тебе. Ты меня понял? Вот так вот. Давай, иди. Здравствуйте. Оператор Ангелина, слушаю вас. Чем могу вам помочь? Сыворотка, ну, короче, где-то на 50 тысяч влетит. Помада.
можете. Ну, может, через месяцок пройдет. Да, но нужно будет опять записаться ко мне на прием. Да. Что не так? А я вам что сделаю? Ну, только могу съесть их всех. Как я, по-вашему, избавлюсь от них по-другому? Вы же посмотрите просто, как вы запустили себе. Кошмар. В общем, я вам сказала все. Да. Идите, выписывайте и рецептик. Печать ставьте, и через месяц я вас жду. Ему все равно не поможет, можно будет еще раз выписать. Да-да-да, идите. Здравствуйте, вы на макияжик. Сейчас я вам сделаю самый лучший макияж в вашей жизни. Вы просто будете в восторге, будете самый красивый просто. Так, давайте для начала возьмем тон. Вот этот, ну, да, немножко темноват. Сейчас мы вам его добавим. Так, кап. Отличненько. Теперь возьмем с вами спонжичек. Такой вот спонжичек. Чтобы немножко повлажнее был. Это нормально, это все так делают. Еще твердоват сейчас. О, уже мягче. Посмотрите ваши ручки. Да, какие они у вас красивые.
начала. Опробуем ваши ручки. Сейчас возьмем кусочки. А, не переживайте, я аккуратно все сделаю. Так, пальчик. С вами вот так вот расширим.
здесь мы с вами вот так вот изменим. Здесь вот так. Так, давайте снимайте все полностью. Снимайте. И здесь вот так вот все выглядит. Так, ребра вам переделаем. Таз вам тоже переделаем. Я думаю, органы тоже лучше переделать. Просто как вы живете? Это же мои соболезнования. Не переживайте, все переделаем. Так, удлиним вам ноги. Да, здесь добавим, здесь убавим, здесь добавим, здесь убавим. Так вот, здесь тоже поменяем, здесь поменяем, здесь